стандарт для жизни. Зрители, присоединяйтесь по вере и приготовьтесь к столкновению с Иисусом Христом, в то время, когда TB Joshua активирует и заряжает энергией и силой молитву, с Божьей любовью и сильной верой. Пусть молитва преобразит вас, и вера изменит вещи в вашей жизни. Зрители по всему миру, так как вы видите Божье действие и Его силу, доверьтесь Ему. И всякое влияние демонов больше не имеет никакой власти. Если вы заключали какой-то договор с демонами, и знаете вы об этом или нет, если было что-то такое в вашей жизни, пусть оно будет разрушено прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Так как вы видите Божье действие и Его силу, то всякий договор, всякая связь с демонами пусть будет разрушена прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Какая ваша ситуация? Какой бы ни была ваша ситуация, демон стоит за ней. Какой бы ни была ваша ситуация, демон является причиной этого. Какой бы ни была ваша ситуация, демон — это причина этой ситуации. Поэтому во имя Иисуса Христа всякая демоническая власть над вами пусть будет разрушена. Во имя Иисуса Христа. Будь разрушена во имя Иисуса Христа. Какова ваша ситуация? Какой бы ни была ваша ситуация, это может быть болезнь, это может быть какое-то ограничение, это могут быть трудные отношения, это может быть бедность, это может быть бесплодие. Какой бы ни была ваша ситуация, демон стоит за этим. Демон — это причина этого. Демоническая власть пусть будет разрушена над вашей жизнью во имя Иисуса Христа. Будь разрушена во имя Иисуса. Начните провозглашать и утверждать свое освобождение. Начинайте провозглашать и утверждать вашу свободу. Мой бизнес, мои финансы, мое здоровье, моя супружеская жизнь, моя карьера, моя жизнь, моя жизнь, моя судьба. Вы освобождены во имя Иисуса Христа. Они высвобождены во имя Иисуса Христа. Моя судьба высвобождена во имя Иисуса Христа. Это новый рассвет. Это новый рассвет. Спасибо тебе, Иисус Христос. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.